Это молодой кустик суринамской вишни. Она же Евгения одноцветковая, она же Евгения унифлора, она же питомба. Это тропическое плодовое растение, кустарник, семейство миртовые. Дает вот такой формы ребристые плоды размером с вишню или черешню. Очень сладкие, вкусные, сочные. Содержит одну косточку, одно семя. И, в общем-то, очень урожайная и неприхотливая культура. Вот у меня здесь два куста, два деревца. И уже в возрасте 3 лет они очень хорошо цветут, плодоносят. Вот это весенний прирост. Такие красноватые побеги, веточки. Очень красивые. Растение вечно зеленое, достаточно быстро растущее. Неприхотливое абсолютно. Поддается стрижке, формировке. И обильно плодоносит. Вот обычно плоды вот в таких кисточках образуются по несколько штук. Иногда поодиночке, по два плода. Вот вот еще зеленые. Но скоро уже наступит созревание. Вот здесь хорошо видно урожайность. Растение компактное, самоплодное, можно выращивать в контейнерах, в горшках, то есть в тепличных и комнатных условиях тоже можно выращивать, но есть одно но. Желательно высаживать рядом 2 экземпляра для лучшего опыления. То есть суринамская вишня не любит расти поодиночке. Можно даже в горшок, кто выращивает в контейнерах, можно даже в горшок 2 растения посадить. И урожаи у вас будут хорошими. Питомба или суринамская вишня, или Евгения одноцветковая, Евгения унифлора. Это растение должно быть также в любом тропическом саду и в оранжереях садоводов, цветоводов, любителей.